Приветствую всех, друзья! С вами Черный Металл, игра Ведьмак, сложность на смерть. Потому что спрашивают, какая у меня сложность игры. Давайте я вам покажу еще раз. Это просто бывает прибивает к стенке, ну да ладно. Сложность на смерть и повышение уровня противника. Это два основных параметра. Это не считает того, что у меня еще моды тут на рандомных существ стоят, и еще фиг знает что. Непонятно, он работает или нет. Такс. И мне надо найти ведьмочку. Разбитая телега. Большой камень у пруда. Ага. Ну, пошли далее. Камень есть. Теперь направо и до телеги. Слева, право. Ой. Где? Понял. Бля, ведьмин охотник не понятно. Воу-воу-воу! Хрена себе! Я чё-то такого как-то не ожидал. Что они на такое аж способны. А ну-ка сюда идите. Лады. Чё-то накеры, смотрю, здесь какие-то довольно-таки любопытные. Могут тоже крит наносить. Это такой не кислый крит нанесли. Так, что мне коровенка делать? О. Ведьма, привет. Госпожа, коровенка, значит, с гумна уже не встает. Из ноздрей гной так и льется. Я тебе что, пастушка? Вы, госпожа, во всем понимаете. Одна корова в деревне осталась. Остальные с голоду околели. Или их солдаты забрали. А без этой и мы передохнем. Я дам тебе трав. Полночь зачерпни воды из родника, смешай с травами и напои корову. Но сперва вычисти хлев. Да как следует, ясно? Спасибо тебе, госпожа. Сто крат спасибо. А теперь довольно. Хватит на сегодня, идите по домам. Госпожа сегодня не милостивая. Лучше бы завтра. Не судачьте про нее. Она же наказать может. Вот разъярилась, сука такая. Мужика ей надо. Пришел, пришел. Так, ладно. Что-то... Сейчас посмотрим, обломается Геральт. Что-то у него как-то... Я помню, в первой части там вроде сцена с эротическими регалиями было довольно-таки много. Что-то здесь как-то у него... Худно-бедно все. Прочитаем. Черная тушь для ресниц. О, блин. Калывайтесь, что ли? Обычная мазь, ничего особенного. А она в подвале, что ли? И куда она делась? Хм.
Она собрала неплохую библиотеку. Так, любимый, пишу тебе если ты. А, ну понятно все. Любовные письма читать нехорошо. У него сильная аура. Это артефакт или... Или... Телепорт, хрена себе. Так вот, куда она исчезла. Хорошо, а здесь у нас что? Оу. На, что-нибудь поинтересней. Давай как не отправимся. Бульк. Ну ни хрена себе, это что за нафиг? Так, так. А здесь мило. Я, блин, в ауте. Что за цветочки? Мне было любопытно, как быстро ты разберешься, Геральт. Я наверху. Не стесняйся. Слышь, подруга, я тут цветочки собираю, типа, и почему ты ходишь пешком? Ты же не перегружен. Интересное местечко у нее здесь, я скажу. Так, а где еще что подтыбрить тут? Ну, вроде все. А бегать ты разучился, да? Прыг, беги. Привет, ведьмак. Тут еще. Где? Ты поглазеть сюда пришел? Нет, поговорить. Ха. Отвернись и подожди. Ну и кто мне объяснит, где тут сцены с эротическими регалиями? Чё-то как-то вообще неинтересно. Раньше было вроде бы получше. Даже с хреновой графикой. В самом сердце Велена. Мне казалось, ты ненавидишь деревенскую жизнь. Уверяю тебя, сейчас я ненавижу ее во 100 раз сильнее. Я слышал, что в окрестностях живет колдунья, но в жизни бы не догадался, что это советница короля Фольтеста. Какая прелесть! Ты сохранил эту очаровательную способность удивляться миру. Обычно она присуща только детям, бедным рыцарям и недоумкам. Какая-то обидчивая. Разве так встречают старых знакомых? Я встретила тебя с приятной улыбкой. А теперь скажи, что тебя сюда привело? Я просто обязан тебя спросить, что ты тут делаешь? Дай-ка подумать. Может быть, дышу свежим воздухом? Или восхищаюсь видами? А может, я укрепляю вечный союз города и деревни? Нет. Я тут скрываюсь, Геральт. Ты слепой? Ты не видишь, что ли, что творится в мире? Ты о гонениях на чародеев? Да. Я говорю о новом увлечении Родовида. Он уничтожает всех, кто занимается магией. Ты что, не слышал об охотниках за колдуньями? Убийцы прочесывают север вдоль и поперек. Жгут манускрипты, вешают ворожеек, пытают травниц. Как тебе роль деревенской колдуньи? Кошмарно. Безграничное почтение окрестных крестьян тебя... Они уважают любого, кто сумеет изготовить мазь от геморроя. Ты ведь давно уже здесь? Достаточно, чтобы покрыться плесенью. Ты не представляешь, как я ненавижу это место. Выбрала странное место для укрытия. Я не выбирала. На севере люди Родовида ловят чародеек, как рыбу в пруду. Юг занят Нильфгаардом. Куда мне было бежать? Император держит чародеев на коротком поводке, но от ремесла не отлучает.
Родовитые мгыр отличаются всем, кроме одного. Оба они ненавидят ложу чародеек. А я входила в ложу. Ну, к делу. Так. Я ищу одну девушку. Какую? Угадай ты, блин. Которая, как говорят, перешла дорогу местной колдуне. Что за вздор? Местные девки ни за что бы не осмелились со мной ссориться. Она не местная. Что-то ты темнишь, Геральт. Если тебе нужна помощь, скажи, о ком идет речь. Кого ты ищешь? Цири. Хрена водичка. А, тогда понятно, почему у тебя такая таинственная мина и насупленные брови. Говоришь, она поссорилась с какой-то ведьмой. То есть ты ее не видела? Нет. Но некоторое время назад меня расспрашивали о молодой девушке с пепельными волосами, которая не похожа на крестьянку. Угу. Что они говорили? Не так быстро. А где подарок для колдуньи? Где униженная смиренная просьба? Не знаю, какая у тебя ставка. Полсотни есть. Кстати, у меня есть много. Ставка растет с каждым твоим словом. Быть может, теперь ты вообще не сможешь расплатиться за эти сведения. Сколько ехидства. Близость к природе должна была тебя очистить, успокоить. Ты знаешь, природа смердит. О, ладно, не смотри на меня такими глазами. Я же знаю, что речь идет о Цири. Расспрашивал о ней эльф. Не заеденный блохами Скаятаэль, а эльфский чародей. Что мог делать в Велине эльфский чародей? Я пыталась его расспросить обо всем. Еще бы. Но ты же знаешь этих эльфов. Он спрашивал куда больше, чем отвечал. Ага. Как он назвался? Никак. И он был в маске. Весь такой таинственный, но... Он мне понравился. Умный, с хорошими манерами. Он сказал, что ему нужно от Цири? Только что они должны были встретиться в Велине. Он хотел знать, не появилась ли она раньше него. Он оставил для нее какое-нибудь сообщение? Нет, но попросил отправить ее к нему, если я ее вдруг увижу. Значит, ты знаешь, где его искать? Да, он сказал, что прячется в каких-то эльфских развалинах возле Подлесья. Я схожу туда с тобой. Зачем? Думаешь, я сам не дойду? У меня тоже есть дело к этому эльфу. Он пообещал мне кое-что, но так и не отдал. Кроме того, я надеюсь, что она там. Ай, блин. А я тоже хотела бы увидеться с Кириллом. Кто кроликов заметил, с того лайк. Так. Ладно, поперлись. Можем отправляться? Да, идем. Ну, разрабы, блин. Потому что они сократили сцены тут эротического характера этого. До ужаса сократили. Пришли. Ты уже была здесь? Нет. Я надеялась, что эльф вернется, как обещал, или появится эта его девушка. В любом случае, я понятия не имею, что нас ждет. Ну, пошли проверять. Ну, давай выясним. Давай же! Че ты орешь-то? Гвелла-клан! О, фонарик. Слушай, подруга, а ты мне пригодишься. Тут не кисло, так смотрю. Барахлишка. Дикая охота. Что? Призрачные всадники? Это значит, я думала, их не существует. Ну, полюбуйся на несуществующее. С ними навигатор.
Что? Ты можешь телепортировать нас на ту сторону? Лучше я телепортирую нас домой. Ты правда собрался идти за ними? Открывай телепорт, быстрее! Не уверена, что мне все это нравится. Слушайте, я не против посражаться с этой охотой дикой. Поперлись. Че за мной? Ты за мной давай. Чёртовы порталы. Интересно, где сейчас Кейра? Мне кажется, или они стали мощнее? Я меч поменял. Так, погоди, а у меня какой уровень перса-то? 9-й. А, ну понятно. Здесь же мечи-то по уровням различаются. Эй. Мечи, да, по уровням слишком различаются. Так, у меня касатка есть? Есть. Ну это и все. Фу ты, блин, я думал, что-то поинтереснее будет. Может, кошкой воспользоваться? Давай идти кошечку воспользуем. Так, кис. Кошка одна осталась, да? Надо помедитировать потом, быть не забыть. Ага. Давайте-ка помедитируем. Чего за белый мед? А, я не то. Ну ладно. А, значит, белый мед, эти все эликсиры восстанавливаются. Слушайте. Прикольно. Ай. Серьезно, что? Ну ладно, так. Аксиардом, да? Здравствуйте. О, кого я вижу? Да сейчас тебе. Не выпущу. Их лучше вообще не выпускать, в принципе, в общем. Потому что если, не дай бог, на второго наткнешься, будет, блин, тут. Каруселька будет.
стоп. Так, а теперь мне нужно что-то против яда. Прикольно, слушайте, мне нравится. Так, против яда у нас вот эта вот хреновина. Погоди, а я это поджечь случаем не могу? А то у меня такой вопрос безумный. Хрена себе. А вот это интереснее уже. А ты ж, блин, козел какой мелкий. Так, сматываемся. Да уж. Так, что еще у нас тут вкусненького может быть? Пока ничего не вижу. Так, кошка осталась? Кошка не осталась. О, мадам, здравствуйте. Мне нужна улучшенная кошка, это по минимуму. Ага. Что-то в хреновом месте, я вам скажу, или в жить поселился. Ужасно хреновым. Тихо. Кейра. Может, ты подожгешь? Кейра. Ну ладно. Кейра. Да что ты там повторяешь, Кейра, Кейра. Видишь, я занят здесь. Лилат. А, подбегу я, подбегу. Покажи, что умеешь. Геральт,
сделаешь что-нибудь, а не выползаешь из этих нор! Используй знак или бомбу, ну что-нибудь! Успокойся, это же просто крысы! Ненавижу, фу, крысы! Убери их! Хрена, они меня тут пожирают. Так, не получается, а если ардом? Слушайте, меня сейчас самого эти крысы зажрут. Серьезно? Охренеть. Да ладно, меня крысы съели. Ядрить напополам. Вот это номер. Обалдеть. Вот чего-чего. Так такого я не ожидал. И крысы съели. Все, звездец, приехали. Слушайте, а может попробовать их арбалетом? Так, огнем плохо. Огнем фигово как-то получается. Чем же их тут нормально так попрессинговать? Так, надо подумать. Если огнем нет, этим тоже нет. Блин, надо прокачивать все навыки. А мне этих не хватает точно. Геральт, сделай что-нибудь, а не выползаешь из этих ног! Используй знак или бомбу, ну что-нибудь! Успокойся, это же просто крысы. Ненавижу, фу, крысы! Просто крысы, Геральт, эти крысы тебя, блин, сожрали. Жесть. Меня крысы побеждают. Да вот, блин, хороший вопрос. Так. Ого. Фу, дрянь какая. Слышите, отвалите от меня нахрен. Я не хочу умирать. Убери. Постараюсь. Погоди, блин. Ты знаешь, сколько они разносят болезней? Я знаю то, что они меня чуть не убили пару раз. Так. Одна нора. Что-то поджечь надо просто. Погоди-ка, они тут бесконечно лезут. Жесть. Да, походу дело так и надо, да? Или чего надо-то делать? Боишься крыс? Ты же можешь уничтожить их одним заклинанием. Ладно, я лучше помолчу. Так что с тобой случилось? Что-то мешает телепортации. Не представляю, как они попали на ту сторону. Всадники телепортируются по-другому. Для этого у них есть специально обученные чародеи. Навигаторы. Да пусть у них будет хоть три рулевых и попугай. Я рисковать больше не стану. Идем, охота нас опережает, но мы еще можем их догнать. Ты что, совсем рехнулся? Нужно уходить немедленно. Я должен понять, зачем здесь дикая охота. Мы собирались навести эльфского чародея, а не драться с дикой охотой. Почему и нет? До него первыми у нас уже не будет шанса с ним поговорить. Кроме того,
Ладно, делай, как знаешь. Постой, постой. А что ты так привязался к охоте? Может, дело в Цири? Ты ведь не все мне рассказал, так? Идем со мной, и я расскажу. Может быть. Ты всегда такой? Я начинаю сочувствовать Трис и Йен. Ну да ладно, пошли. Велоатлан! Че? А чё, ничего не будет здесь? А, понятно. Крыс боитесь? Ну, знаете, таких крыс я бы тоже побоялся-то, блин. Лорана Люна. Файлер Т, Лорана Люна. Это он! Это эльф! Арвех Твагладев. Что это было? Иллюзия? Нет. Морфопроекция. Сообщение определенно предназначалось Цири. Дочь Чайки, наследница Лары Доран. Да, эльфы так называют Цири. А что насчет знака меча? Это какая-то загадка? Да, но простенькая. Меч Цири носит имя Зираэль, ласточка. Простенькая? Кто кроме тебя может это знать? Может, этого эльфский чародей добивался? Он спрятал проход так, чтобы найти его смогла только Цири. Твоего появления он явно не предвидел. Так или иначе, думаю, он ждал непрошенных гостей и как-то подготовился. Будем надеяться, дикую охоту ждет пара неприятных сюрпризов. Я чувствую, что меня будет это ждать. Думаешь, надо просто искать ласточек? Увидим. Грибов-то здесь нехило нас могу насобирать. Похоже, это древняя эльфская пристань. Должно быть, так они добирались сюда по воде. Интересно, когда это было? Алин, привидения, как я их терпеть не могу. Осторожно. Эти маслянистые желтые испарения ядовиты. Я знаю, не надо меня учить. Лисий строчок я узнаю. Весемир рассказывал, что когда научился накладывать игни, пошел тренироваться на этих грибах. Скверная идея. И как? Ну как, выжил. На молодых ведьмаках раны заживают быстро. Пойдем. Ласточка. Значит, мы идем правильно. Где ты там ласточку видишь? Ну и как? Помогает? И я бы так не сказал. О, нет, помогает, кстати. А, это же не полуденница, ё-моё. Меня не попадет, дурёха. Блин, я из этой ведьмы не могу ни черта вообще понять, что происходит. Короче, нафиг отводим. Больная дура, блин. Вообще мне чем-то помогало, а мне кто-нибудь ответит. Я вот что-то так и не понял, но походу нет. Ты еще одного все друга нашла.
Так, что-нибудь интереснее. Так, штанишки. О, сундучочек. А, так ты за мной идешь. Я думал, ты там по своим делам пошла. Кого? А, так я с ней что, еще время боя поторговать могу? И прикалываетесь. Может попробовать реально? Что, с собой торговца таскать в качестве напарников я бы точно не отказался. Еще грибочки. Ага. Так, ладно. А, вот где ласточку она увидела. Так, подруга, я с тобой поторговать могу? Ну, стой. Что, ты идешь? А чё ты у меня там сзади отмечаешься как торговец? Это вообще-то нечестно. Пошли подругу, дни моих суровых. Вот еще одна ласточка, чудненькая. Так, задание дополнено на ощупь. Смотри, он очень похож на тот столб с проекцией. Да ну. А вон там еще одна ласточка. Ласточка, очевидный путь не всегда лучше. Найди Кирги. Кирги? Это какой-то морской монстр? Нет, так Цири назвала свою кобылу. Она и правда могла скакать, как демон. Хм, хорошее имя для лошади. Так что, попробуем найти? Теперь я представляю скачущего демона. А, это ты все колдуешь свое чудо. Морское чудовище. Напоминает Кейрона. Геральт, что это? Очередная ловушка, чтоб меня. Я сам с собой должен драться. Думаешь, это такая психологическая игра? Не знаю, можешь ли ты победить самого себя, все такое. А может, призраки думают, что они не стоят? Зачем мне побеждать самого себя? Не отвлекайся. На себе. А я сильный, однако. А почему мне так он сильно бьет, и я не могу? Кто-нибудь ответит? Yeah.
Ой, дурында. Она весь сейчас кайф испортила. А у меня шмотки выпадут из себя? Можно вопрос? Это было бы здорово. Прикиньте, вот весь шмот, который есть у меня, выпал бы с копии. Шмотки, шмотки, шмотки. Чё? Это что за нахрен? С тобой когда-нибудь такое случалось? Ну, нечто подобное. Силуэт это давно один доплер попробовал. Ничего общего с Кельси. Обязательно хватать все подряд? Блин, интересно же почитать. А, я понял. Все в порядке? Допустим. Где у меня вообще кошка здесь? Дайте, надо хоть посмотреть. В общем, я понял. Здесь надо найти знак, который лошади, что ли, обозначает. Блин, он тут ловушки задал. Садюга какой-то прям. Так, ладно. Не, не хочу больше ничего осматривать. Так, здесь я уже посмотрел. Там что за знак, как мне туда спуститься? Вот в чем вопрос. Ну, ладно. Это знак кого? Лошади? Рисунок лошади. Наверное, подсказка для Цири. Гениально. О, да. Какая-то охренеть полезная, друзья мои, штука. Я просто торчу. Сказка, не подсказка. А, то есть мне все равно сюда надо перейти. О-о-о. Так, ладно, давайте зелье тогда водного дыхания выпьем. Так, солнечная черная кровь. Белый мед. И Волга. Нет, так, а вот касатка. Хорошо, подсказка для Цири. Подсказка чего? Твою ж дивизию. Пошел я эту дурацкую хрень дальше-то что? Да. Да ёб. Блять, управление здесь, конечно, это звездец какой-то. Ну, не знаю, пошли, короче, на выход. Я чё-то как-то без понятия. Что здесь ещё можно придумать? В целом и общем. А, лошадь, вот. Еще лошадь, почти такая же.
Посмотрим. Кир, не знаю, что ты сделал, но все получилось. Возвращайся. Куда? Смотри, они открываются. Хрена себе. Прикольно. Вперед надо. Ну? Так, теперь понятно, что прервало телепортацию. Этот телепорт. Ах, вот почему я приземлился в гнезде утопцев. Радуйся, что ты вообще вышел из него живым. А потом все удивляются, почему я не люблю телепортов. Ага. Попробуем его активировать. Ну и... Ну ладно. Кажется, это... Ласточка. Да. Идем. Думаешь, это безопасно? Конечно. Эльфский чародей готовил этот проход для Цири. Ну, иди.